Уважаемые любители моих небольших фотографических экспериментов и рассказов про Leica M10 Monochrome. Сегодня у нас достаточно интересная такая передача, связанная с вопросом, который задал один из слушателей и читателей моих книг. Он поинтересовался, а как работает Leica M10 Monochrome с фильтрами? То есть, ну, действительно, вопрос существенный. Ну, естественно, я поступил самым простым образом, как любой любитель фотографии, да и профессионал. Я, будучи недалеко от красивого такого леса на Клинско-Дмитровской гряде, я взял обычный фильтр желтый, роденштоковский, и поставил его на Noctilux. Ну и сделал пару кадров, которые вы сейчас видите. Первый кадр – это без фильтра, и потом с фильтром, ну и, соответственно, сопоставление двух кадров в одном, чтобы было видно разница. Да, действительно, Leica M10 Monochrome реагирует, ее матрица, даже на такой, в общем-то, нежный и простой фильтр, как роденштоковский желтенький. Он виден, там надпись есть, так что можете посмотреть. Ну, естественно, я тут же решил расширить свои испытания и попробовать, как работают самые ходовые фильтры, которые используются в черно-белой фотографии на матрице Leica M10 Monochrome. Ну и вот, полюбуйтесь, пожалуйста, вся серия фильтров, снятые на, соответственно, подобранном сюжете. Что за сюжет? Это букетик. Я, естественно, собрал у всех знакомых, которые мне подарили разные цветы с максимальным разнообразием цвета, который можно найти в конце мая месяца. И я насладился не только букетом, но и съемкой этого букета с помощью фильтров. Использовал всего 7 фильтров, которые очень хорошо всем известны. Начиная с старинного фильтра времен СССР GS1.4. То есть это светло-зелененький такой фильтр. Тут же использовал еще фильтр трехкратный, уже темно-зеленый, который похожую дает картину. Вот посмотрите, что происходит с букетиком цветов, тем самым, в котором есть и желтые, и красные, и оранжевые, и фиолетовые, ну и зеленые листья, соответственно, и даже не распустившиеся красивые такие соцветия наших любимых кустарников, как видите, фиолетового цвета. Как видите, и светло-зеленый, и темно-зеленый фильтр хорошо работает, то есть заметно изменение. Кроме этого, использовал мадженту и синий фильтр. Видите, разница очень большая. Матрица очень отзывчива к работе с фильтрами, то есть зачастую лучше, чем многие современные пленки. Почему? Потому что если вы, например, попробуете Acros Fuji, то вы удивитесь. У меня в книжке «Тессара с кустов фотографии» испытана эта замечательная черно-белая пленка на большом формате, 8×10 дюймов. Я специально сделал цветной кадр и 3 с разными плотными фильтрами. Она очень слабо реагирует. То есть в среднем диапазоне, к сожалению, эта пленка малопригодна для создания сочных, высококонтрастных и, скажем так, насыщенных яркостями объектов. И что нельзя сказать про Leica M10. Как вы видите, и светло-зеленый, и темно-зеленый, и маджента SS30, и синий фильтр, а также темно-оранжевый 85B коррекционный, как известно, и светло-оранжевый Марумми знаменитый, и даже темно-красный 8-кратный прекрасно действуют на серию снимков с букетами. В каждом случае они высвечивают одно или снижают другое. То есть, иначе говоря, фильтры при использовании с Leica M10 Monochrome действуют очень хорошо. То есть они действительно позволяют подчеркивать нужные нам цвета. Об этом можно прочитать в моей книжке «Формат искусства фотографии», да и в любом справочнике на эту тему.
Ну, естественно, выбрав, перебрав 7 фильтров, я остановился на нескольких. Ну, вот полюбуйтесь, тюльпанчик со змеиным горошком. Вот, используя красный, синий фильтр и обычная съемка без фильтра лейкой. И рядом синий фильтр, то есть вот такие сопоставляемые между собой картинки, снятые за фильтром или без. Ну, естественно, я тут же испытал и желтый с красным тюльпаны, который использовал с несколькими фильтрами, которые вы сейчас видите. Все понятно. Фильтр находится в кадре, вы видите, как он выглядит. И красный, соответственно, действует, как ему положено, как и Маруми. И сопоставляя красный фильтр с монохромной картинкой, снятой без фильтра, вы видите те преимущества, которые дает красный фильтр, выделяя или тюльпан, или змеиный горошек. Что вам больше нравится? Нет. Ну, кроме этого, надо, конечно, теперь обратиться к более серьезному научному подходу в области исследования фильтров. Вот, посмотрите на миры, которые я снял с использованием фильтров. Значит, соответственно, с правой стороны это мира, которая снималась, точно в середине это ровно те же самые цветовые миры с разной плотностью, которые находятся и справа. То есть вы можете сопоставить, как повлиял фильтр, который тоже находится в кадре, на изменение цветопередачи на черно-белой матрице. Ну, понятно, что зеленоватые, более плотные зеленые фильтры, они, значит, там гасят одни цвета, а поднимают другие. Ну, маджента там опускает фиолетовый, очень дифференциально работает. Синий усиливает желтый, как вы видите. А 85B, коррекционный фильтр, усиливает зеленый и желтый, ослабляет фиолетовый. То есть, как видите, матрица лейки М10 очень управляема таким способом. Дает очень интересную картинку фильтр Маруми. Он ослабляет красный и желтый и усиливает голубой. И красный фильтр, ну, совершенно понятно, с законами оптики и цвета, по сути дела, фиолетовый и желтый ослабляет, красный несколько ослабляет, но усиливает зеленый, синий и голубой. Так что выбирайте то, что вам нужно под ваши задачи и спектральный состав картинки, и управляйте ей для того, чтобы получить наибольшую выразительность и впечатление. Таким образом, цветовые фильтры, конечно, работают на лейке. Единственная проблема – здесь диаметр 60 на ноктилюксе, поэтому нужно покупать переходные кольца. Но там я использовал 60 на 67 фильтров, которых у меня очень много. Ну и посмотрим, как на природе. Дело в том, что одно дело – это цвета, цветочков, очень яркие, очень сочные, где работа фильтров очевидна и не требует особых доказательств. Другое дело – это использование уже наиболее действенных на матрицу фильтров уже на пленэре. Дело в том, что здесь чувствуется разница намного меньше. Ну и вот мы видим озеро, обычная, совершенно тривиальная картинка, бесхитростная. Желтый, красный и синий фильтры. Вот рядышком 4 снимка без фильтра и с фильтрами. Посмотрите, здесь все очевидно, ясно. Небо там получается лучше всего, конечно, на красном. Ну и то же самое в антропогенном ландшафте. То есть имеется в виду Москва. То есть вот город, фрагмент Москвы с самой тривиальной застройкой. Тоже видно, как меняется практически при одинаковом освещении тона передачи при использовании фильтров. Использовались те же самые тоже желтые, красные и синие фильтры, и съемка без них. Ну, понятно, портрет. Портрет, тут нечего рассказывать, все это очень хорошо и давно известно. Что вы хотите убрать там пятна, используйте красный или красно-желтый фильтр. Не хотите, хотите наоборот подчеркнуть, так сказать, морщинистую красоту возрастного человека, используйте там синий фильтр, все это известно. Но, тем не менее, посмотрите, вот как обычный портрет, без снятый, без фильтров. И вот 4 фильтра. Без фильтра, соответственно, желтый, красный и синий.
понятно, что самый скрывающий – это красный, скрывающий дефекты лица. Но, тем не менее, финальный снимок все-таки с желтым. Все-таки человек должен, его лицо должно отражать его жизнь. Мне кажется, что так получается выразительней. Но это еще не все. С фильтрами есть еще одна проблема, особенно связанная с фокальными, то есть дальномерными камерами. Она началась очень давно, еще с времен суперэконты, которые 6:9, ну, может, со вкладышами и 6:6 снимать. И то же самое проблема была и с моим любимым аппаратом 80-х годов, Зорким 6. В чем дело? Дело в том, что у нас есть проблема с собственными глазками. Мы ориентированы на желто-зеленый диапазон, о чем я пишу в книжке «Формат искусства фотографии». Подробно об этом говорил во многих публикациях. То есть у нас наше восприятие внешнего мира, так глаза наши устроены, оно сдвинуто. Спектры у нас менее, скажем так, объективны, чем у современных электронных матриц, да и даже у пленок. По этой причине на старых объективах была такая красненькая точка. Это нужно было на нее ставить, если вы навелись на резкость, то есть смещать. Почему? Потому что, например, поставив плотный красный фильтр, у вас могла случиться трагедия. То есть кадр окажется нерезким, если вы не компенсируете разницу между вашими глазами и, соответственно, чувствительностью спектральной пленки. Поэтому не рекомендовалось никогда снимать ни суперэконтой, не зорким, с плотными фильтрами. Почему? Потому что нужно было учитывать, компенсировать эту разницу. Эта разница есть и в Leica M10 монохром. Вот посмотрите снимок, в котором сделано было все так. Я поставил камеру на штатив, навел на резкость исключительно по дальномеру и сделал несколько кадров, просто меняя фильтры. Как вы видите, без фильтра, все резко и хорошо. Слабо желтым, тем самым Роденштоком, тоже слабое изменение есть с резкостью, но оно почти незаметно. А вот красный фильтр, 8-кратный, и 2,5, ну, 2,2, голубо-синий фильтр привел просто к катастрофическим изменениям. Картинка абсолютно нерезкая. То есть в чем дело-то? Дело в том, что наши глаза, когда мы наводим через дальномер, они, к сожалению, нас подводят. Поэтому получается так, что наводя по дальномеру, мы не получаем реальной картинки, а наши глаза вносят ту самую ошибку, которую вы видите в виде нерезкости. Теперь возьмем, сделаем по-другому. Я взял другой сюжет, поставил камеру опять на штатив и, меняя фильтры, настраивал камеру по видоискателю электронному и по гляделке, то есть по видоискателю съемному. И то, и другое было проверено. Оказалось, что да, с помощью такого видоискателя можно добиться идеальной резкости сюжета, который вы видите сейчас на кадре. Ну, там примерно выкадровка 1/50 площади кадра, поэтому увеличено все. Но есть всякие тонкости, которые начинают возникать при использовании столь плотных фильтров, ну, как, например, 8-кратный красный. Почему-то там появляется на таком фильтре достаточно видимое зерно. Это странная ситуация, которая говорит о том, что не все особенности черно-белой матрицы Leica M10 монохром пока понятны. А так я могу посоветовать вам использовать как можно шире разные фильтры, во-первых, учиться их использовать самим, а во-вторых, достигать необходимого художественного результата. Вы должны добиваться картинки, которая бы впечатляла зрителя, цепляла взгляд. Но об этом надо об этом регулярно думать. То есть задумчивость, иногда отраженная даже в скульптуре, она очень полезна в фотографии. Желаю вам интересных опытов с цветными фильтрами на монохромной Лейке. Быть может быть, вы получите новые и достаточно сильные впечатления от таких экспериментов.
На этом до свидания.